Друзья, здравствуйте. Много вопросов приходит по поводу наконечников для ходьбы скандинавской, резиновых, которые одеваются на палки для ходьбы по асфальту, тротуарной плитке. Вот, хотелось бы несколько моментов прояснить. Сейчас время летнее, многие ходят в парках, погода хорошая, потихоньку снимаются ограничения, мы все выходим опять же в парки. В Москве и в больших городах все это дело заасфальтировано. К сожалению, приходится вот выбирать наконечники резиновые, да. У кого-то они снашиваются, кто-то подбирает более какие-то, может быть, подороже, кто-то подешевле. Вот, у нас есть достаточно большой ассортимент, тут представлен, но не все. Вот, они есть более-менее универсальные. Взять вот такие, они недорогие, там 200 рублей, по-моему, стоят. Вот, они подходят на все палки, там более-менее. И изнашиваются быстрее, чем более дорогие. Есть резиновые, есть резина с каучуком, есть брендовые Леки, TSL, осьминожки, которые можно использовать не только на палках TSL, но и на других попробовать. Есть разноцветные, красные, есть наконечники с шипами, Леки, Nordic Pro, которые подешевле. Габель есть наконечники усиленные, вот такого же плана, как и Леки, XL формат, больше резины, больше протектор. Вот будут какие-то вопросы, можно нам позвонить или написать, мы подробно расскажем, измерим диаметр посадочный и подберем для вас наконечники.